Добрый день, уважаемые любители обуви Трек. Сегодня у нас на обзоре новая женская модель Трек Тина. Ботинки представлены в трех цветах. Это бирюзовый, бордовый и в белом цвете. Давайте поподробнее остановимся на конструкции ботинка. Союзка. Достаточно большая. Берцы. Заимка, задний наружный ремень, мягкий кант, составной язычок с конструкцией защитного клапана. Защитный бампер на этой модели клеевой, то есть он не имеет прошивки, соответственно, нет места, где могут быть протечки из-за швов. Фурнитура на ботинках металлическая, с антикоррозийным покрытием, итальянского производства от компании Sammy. На берце нанесена перфорация для дополнительной вентиляции ботинка. Шнурки из полиэфира, очень крепкие и надежные шнурочки с толстым внутренним сердечником. Конструкция язычка выполнена с дополнительным защитным клапаном для того, чтобы влага и грязь не попадали внутрь ботинка. Язычок очень широко раскрывается для людей с проблемными стопами, с высоким изъемом. В этой модели эта проблема будет решена. Внутренний подклад изготовлен из 3D-сетки. Это очень хороший материал, который дышит, который отводит влагу и очень легко сохнет в походных условиях. То есть этот ботинок будет очень легко просушить даже без источников тепла. Достаточно просто его расшнуровать, поставить на проветривание, и через несколько часов ботинок будет сухой. С внутренней стороны ботинка установлен кожкарман, который защищает подкладку от протирания. Очень часто сталкиваемся с такой проблемой, что ботинок еще можно носить, а подклад уже протерся. Кожкарман защищает обувь изнутри, для того, чтобы ботинки можно было носить долго. Также хочется обратить ваше внимание на то, что мы изменили материалы мягкого канта. На предыдущей версии мягкий кант был выполнен из сетки. По просьбам наших покупателей мы заменили этот материал на натуральную кожу. Теперь он выглядит вот так вот, выглядел вот так вот. Плюс мы заменили материал верха, установили толстый 1.6-1.8 гидрофобный ноутбук. Ранее она изготавливалась также из ноутбука, но более ворсистого. Были замечания от наших покупателей, мы к ним прислушались и заменили его на вот такой вот ноутбук. Вкладная стелька изготовлена из вспененного полиуретана с такими вот воздушными каналами, которые создают внутри ботинка комфортный микроклимат за счет того, что происходит циркуляция воздуха, а сверху отделана такой вот сеточкой. Стелька очень легкая, очень комфортная, также, кстати, российского производства. Подошва из термоэластопласта, очень цепкий протектор. Это резина с добавлением синтетических пластификаторов, которые усиливают свойства резины. Еще раз быстренько давайте покажу вам модельки со всех сторон. Вот такой вот бирюзовый цвет, шикарный. Подошва выглядит вот таким образом. Сзади, сверху. Моделька в бордовом цвете. Тоже отличный модный цвет. И моделька в белом цвете. Вот так вот она выглядит. Дорогие друзья, сегодня у нас на обзоре была моделька Трек Тина. Моделька выпускается уже второй год. Очень себя зарекомендовала. Люди обращаются к нам, чтобы мы продолжали ее выпускать. Так что, если у вас возникают вопросы, где купить, пишите в комментариях, обязательно поможем вам с приобретением либо на нашем сайте, либо у наших партнеров. Задавайте вопросы, пишите комментарии, ставьте лайки. Удачи, пока!